Глава государства положительно оценил работу всего холдинга в целом и четко поставил задачи по сохранению существующих наработок в части реализации продукции, дальнейшего развития инновационного в том числе. Ну и, конечно же, самая основная задача – это наращивание объемов и освоение новых рынков сбыта. Это самая главная задача, которая сегодня перед нами стоит. Также нам сопутствует сегодня та ситуация, которая связана с пандемией. Закрыто много предприятий, кроме предприятий в нашей республике. Это дает нам возможности и шансы войти в рынок, который сегодня не занят нашими конкурентами, и увеличить объемы реализации. Моя основная задача – это, конечно же, первым делом работа с коллективом. Развитие кадров позволит еще глубже заняться инновационностью нашего продукта. Также необходимо акцентировать внимание на импортозамещении по освоению продукции, входящей в комплектацию нашего продукта в Республике Беларусь, привлекая к этой работе предприятия Беларуси по кооперационным связям, помогать нашим предприятиям наращивать компетенции, которые будут полезны для нас.